На продовження інформаційного блоку в ефірі актуальне інтерв'ю і я, Артур Терещенко. Вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого каналу. Якщо у вас є діти, кличте їх до екранів, адже гість у нас сьогодні особливий. Ян Томаш Рогала, або ж Ліхтарик, лікарняний клоун. Мої вам вітання. Вітаю. Ви вже колись були у нашій студії, тоді костюмований такий вигляд у вас був. Пропоную нагадати нашим глядачам, все ж таки, хто такі лікарняні клоуни, чим вони займаються? Да, це було багато років назад, я вже не пам'ятаю скільки, але я пам'ятаю твоє радісне лицо, Артур, пам'ятаю це студію. Насправді ми тут вже в Дніпрі 14 років. Работаем. Я помню, как сегодня первый раз, когда команда наших клоунов вышла в отделение онкологии в больнице на Космической. И была принята с таким большим знаком вопроса. Потому что и для врачей, и для медперсонала, для всех это было что-то совсем нового. Но я вам скажу, больничная клоунада – это одна из самых молодых профессий в мире. Я говорю уже профессии, потому что в многих странах больничные клоуны, они находятся в штате больниц, они работают регулярно, системно, тоже как и мы здесь, только больше на волонтерских основах. А идея больничной клоунады – это есть смехотерапия. Знаете, один главврач одного отделения сказал, что 30% процесса исцеления детей – это благодаря больничным клоунам. И я знаю, что исцеление нельзя мерить в процентах. Но сам факт, что главврач отделения, сейчас наш хороший друг, сказал, что такая большая часть – это благодаря больничным клоунам, это показывает, что больничная клоунада – это не столько развлечение, это не столько какой-то… entertainment, как это сказать, ну, забава или игра. Это на самом деле процесс, который помогает физически детям, физически выходить с болезни. Чому саме лікарняний клоун? Як виникла ідея стати саме таким клоуном? Так як сказав, це сама молода професія, Артур, і она началась где-то 35 лет назад в Штатах. Ну, если стосується саме тебе, я хотел бы почути... Меня, да? Так, лично. Так. Я посмотрел такой фильм «Патч Адамс», «Заплатка Адамс» с Робином Уильямсом. Не знаю, ты смотрел когда-то? Нет. Стоит посмотреть. Добре. Фильм про первого больничного клоуна, который на самом деле был врачом и который одел красный нос и начал работать с детьми в больницах. Фильм очень трогательный, и история очень трогательна. Я на самом деле, человек до сих пор живет, настоящий Заплатка Адамс, не Робин Уильямс. Я с ним переписываюсь, он до сих пор ездит по всему миру, как клоун со своей командой. И он вообще начал этот процесс применять смехотерапию как на практике в больницах. А научные работы через эти десятки лет, последние декады, они доказали одна за вторым о влиянии смехотерапии на здоровье. Опять вопрос, когда я, да. Когда я посмотрел этот фильм, я подумал, вау, это чудо, это магия. И это было много-много лет назад, я был тогда в Астрахани, мы открыли центр для беспризорных детей, и мы пошли в детский дом. Я одел первый раз в жизни костюм клоуна, одел красный нос. И я понял, что это была магия. Я в один момент стал на совсем другом уровне, там за 150 детьми. Как будто между нами было какое-то соединение, которого раньше не было. Я понял, что в этом носике есть волшебство. И с этих времен я начал его одевать чаще и чаще и чаще. И лет где-то 17 лет назад начал ходить в больнице на регулярных основах. И когда приехал здесь, в Днепр, я уже со всем сердцем решил, что да, я хочу принести вот эту
работу, вот эту часть вот внести в исцеление этих детей, ну и открыть такую нишу, которая здесь была пустая еще. Ян, ты родом з Польщі, і я розумію, що живеш на кілька країн. Трохи в Україні, трохи в Польщі, трохи ще десь. Втомлюєшся? На самом деле живу, я поляк, да. Моя жена полячка, ми вже вместе 32 года. І у нас 7 дітей, вони родились в 4 странах, но... Мы сейчас живем на Украине. Здесь наш дом. Здесь наши последние дети, которые остались, учатся. Здесь, кстати, родился мой последний сын в Днепре 14 лет назад. Скоро у него будет 14 лет, 25 декабря. Также я могу сказать... На Рождество католицкий. Да, на Рождество, да, он вот, да, родился на Рождество. Это подарок. Да, но он думает, что это нечестно, потому что все получают подарки на день рождения и на Рождество, а у него только один. Также. Но на самом деле, знаешь, наш дом – это там, где наше сердце. Паспорт – это одна вещь, а наш дом сейчас здесь. Наш дом среди вот здесь. Приємно чути. Мені, як громадянину України, приємно це чути. Давай поговоримо про вашу команду клоунів. Наскільки вона велика? Видиш, професія больничного клоуна, вона дуже необычна. Вона требує... Я 7 років назад відкрив как будто таку школу больничних клоунів. Це тренінгову програму, де приглашається волонтерів, які хочуть попробувати своїх сил, можна сказати. Ми робимо маленький відбір, такий кастинг, которые некоторые проходят, некоторые нет, но и начинаем процесс обучения. Это в обычном режиме, не ковидовым. В обычном режиме это 2 раза в год наборы и группа. И большинство людей, которые приходят к больничной клоунаде, они думают, что это есть форма какого-то волонтерства, такого, ну, делать что-то хорошего для других. И это правда, с одной стороны. Но каждое волонтерство требует от нас какого-то маленького процента нашей жизни. На самом деле там 2%, там 3% нашей жизни. Ну, какой-то. А жизнь идет, наша работа, наши страсти, наши семьи и так дальше, и так дальше. А я всегда делаю такое предупреждение на первых занятиях. Я говорю так. Знаете, ребята, даже если вы останетесь волонтерами, даже если вы будете отдавать проекту несколько процентов своей жизни, но вы никогда не станете настоящими клоунами, если вы не пройдете 100% метаною внутри, если вы не станете совсем другим человеком, вы не будете клоуном. И тогда для них может звучить это, ну, пустые слова, может так что-то этот, но с годами... Они понимают, те, которые остаются, они поняли, что это на самом деле так. Они совсем другие люди. И я могу их привести, они скажут вам, 6 лет назад я думал так, там, 5 лет назад я был совсем другим человеком. Сейчас то изменяется сведомость, в первую очередь. Сведомость. Способ, наш подход всему, другим людям, проблемам, каким-то сложностям. Обычный человек смотрит вот так, а клоун смотрит так. Это совсем другое, это совсем другая перспектива. Вдруг все это есть вещи, которые не имели значения, имеют значение, которые были, да, большие. Имели значение, да, не имеют, да, не имеют, да. Также на самом деле быть клоуном – это не просто костюм и нос. И я сейчас клоун. Нет. Это перемена жизни, это перемена мышления, это настоящая метаноя, которая в результате мы можем выйти детям. Значит, дети – самые лучшие психологи. Нельзя пойти в больницу, одеть костюм и притворяться, что я сейчас счастлив, что у меня сейчас… О, я сейчас буду с вами играть. Это просто нельзя. Это нужно на самом деле прийти таким. А чтобы стать таким, нужно иметь перемену. 2020 – дуже особливий рік. На жаль, через ковід, карантинні заходи. Як саме вам працюється під час цього карантину? Тим більше, що
пацієнти, які потребують, ну, не дай Боже, туди занести якусь хворобу додаткову? Я відповім з удовольствием на цей вопрос, тільки закінчу. Прошу вопрос, потому что я вам не ответил. Через школу прошло много, десятки, даже сотни волонтеров. Осталась небольшая группа тех, которые поняли, и которые, можно сказать, четверо из нас работают профессионально. Еще есть группа 20 волонтеров, которые работают уже больше на волонтерских таких основах. 2020 он другой для всех. Но я вам скажу, что в большой темноте видно даже маленькую спичку. И там, где много есть отчаяния, там, где много депрессии, там, где много напряжения и стресса, тем более самая маленькая улыбка делает чудеса. Тем более мы нужны. Знаете, когда все было закрыто, и мы пошли на локдаун в апреле, да, вся страна, мы перестали работать. Но мы в мае, мы были в контакте с нашими родителями, детками в отделениях и так дальше. И мама говорит, приходите, все еще больше давит, все еще болезнь. И еще ситуация в стране, еще этот вирус. И я вам скажу, что мы единственная команда на Украине, может быть, единственная команда в Европе, про которую я слышал, которая с мая до октября работала вживую в отделениях каждый день в больнице. Также это было для нас чудо, это было большое доверие со стороны медперсонала, со стороны родителей. Мы, конечно, работали в масках, старались держать дистанцию, но в любом случае мы были каждый день в детских палатах. В октябре опять мы вошли в оранжевую зону, у нас опять появились правила, и двери больницы закрылись. Мы надеемся, что благодаря вакцине, благодаря, может, весне, это скоро пройдет, но мы не хотели ничего не делать. И мы месяц назад открыли такую встречу с клоуном онлайн. Мы открыли, да, в Телеграме канал, и там наши девчонки, которые такие самые профессионалы, они каждый день, там, с 10 до 6 даже, сидят, как, так будто в студио, домашнем студио, с задником, фоном, с этими всеми props, как это по-русски, инструментами и так дальше. И они ждут в полном костюме детей, звонков детей, и там общаются с детьми. Конечно, это не приходит так легко, как в больнице, вживую, потому что многие стесняются, боятся звонить. Это начинается медленно. Но мы надеемся, что скоро у нас звонки не будут, будут обрываться. Или как это и завдяки 9 каналу мы сьогодні зробимо певну рекламу спасибо цьому проекту. Адже нас дивляться, да, і батьки, да, і дідусі, да, і бабусі, і дітлахи, сподіваюсь, да, знаходять час. Да. Ми працюємо не тільки з дітьми в відділеннях, кстати. Ми працюємо теж з дітьми з спеціальниць, ну, з дітьми-інвалідами. И которые находятся или дома, или в каких-то учреждениях с детьми с особыми потребностями. И мы тоже с ними делаем такие онлайн-встречи. Как будто вживую, но просто онлайн. Не можу не спитати. Такий складний, скрутний навіть час. Чи потрібна вашій команді зараз якась допомога? І якщо так, то яка саме? Нас дивляться люди з великими гаманцями, скажімо так. І якщо щось потрібно, впевнений, може бути і відгук. Знаєте, нам, можна сказати, потрібні саме ці дві речі. Одна – це ми сподіваємося, и мы молимся за это, чтобы двери больниц открылись для нас, чтобы больничную клоунаду, как в некоторых странах, включили в состав больницы, медперсонала. Потому что в больницах есть воспитатели, которые практически, их задача есть очень похожа для больничных клоунов, только больничные клоуны работают в другой сфере и работают один на один с каждым ребенком в каждой палате. Также наша мечта, чтобы так, как в других странах, вот больничную клоунаду начали подход был как профессиональной работе и частью персонала
больниц. И тогда мы понимаем, что мы можем быть этой частью процесса, мы можем быть частью переживания этого, вместе проходить этот карантин и вместе вот эту пандемию, и вместе работать с детьми, чтобы помочь им пройти тоже, и родителям, потому что больничные клоны не только работают с детьми, работают тоже с родителями больных детей. Ну, це потрібно на законодавчому рівні якось вирішувати. Ми маємо, знаєте, я чесно, з одної сторони, да. З одної сторони, да, абсолютно. Це абсолютно на законодавчому рівні, на рівні країни. Второе, я думаю, що це теж в якійсь частині на рівні лікарень. У нас є врачи, які становились нашими друзями, з якими працюємо вже багато-багато роки. И которые понимают влияние больничной клоунады, и которые, например, вам сказать, в отделении плановой хирургии с онкокроватками нас попросили, чтобы приходить не обычно, как мы приходим в 10-11, а приходить в 8 и готовить детей на операцию. И два раза в неделю мы ходили и приготовляли, работали с детьми, работали с родителями, и результаты были просто захватывающе. Врач-анестезиолог сказал, что никогда не видел таких детей, которые бы заходили в операционную палату, которые идут просто с возбуждением, с радостью, идут как будто на какое-то приключение, на какую-то поездку в космос, в какой-то полет. Он сказал, это просто чудо. И врачи, они это понимают. Сейчас не все видели и это вживую нашу работу, дирекція больниці і так далі. І, може, для них це ще не так зрозуміло до кінця. І ми хочемо, щоб от це професіональне, як будто послання больничної клоунади, тому що больнична клоунада смішна, да? Коли думаємо о чоловіка з красним носом, це думаємо, це не серйозно. А на самом деле больнична клоунада дуже, дуже серйозна. І ми хочемо, щоб от це, як будто общество і руководство больниць поняло, що це дуже серйозно і це дуже потрібно. А мы с нашей стороны, мы готовы сполпрацовать и делать все, что от нас требуется, чтобы помочь детям выздороветь. Ну, а мы, как журналисты, будем сприяти тому, чтобы нарешті в Украине, можливо, найближчим, самым найближчим часом з'явилася нова, але дуже важлива професія. Лікарняний клоун. Спасибо, спасибо. На самом деле, четверо из нас работают уже на профессиональных основах, но мы финансируемся средствами за границей, спонсорскими. Но это не имеет значения. Для нас самое главное, что мы можем работать с детьми. И это самое главное. Ян, хочу спросить, возможно, кто-то из наших глядачів теж, ну, відчувает, что он может стать лікарняним клоуном в майбутньому. Принаймні, спробувати себе. Як це зробити? Де зробити такий коннект між глядачем і вашою командою? Дорогі друзі, якщо хтось з вас був тронутий і думає, що захотів би спробувати себе як больничний клоун, ми вас чекаємо в нашій команді. Але, звісно, зараз, в ері коронавірусу, ми не робимо ежедневных занятий, и мы ждем времени, когда, ну, надеемся, весны, когда начнем наши курсы, и мы тогда приглашаем всех желающих на курсы. Я понимаю, что не все останутся клоунами, потому что общество выглядело бы очень смешно, но некоторые из вас могут иметь этот потенциал в себе, и вы нужны детям. Ваши улыбки нужны детям. Также приходите, помните нас, і коли все це пройде, приходіть к нам. Яна, ти дуже позитивна людина. І від тебе така приємна аура, яка, я впевнений, саме вона і лікує. Спасибо. Дякую, що знайшов змогу у цей складний час завітати до нашої студії. Сподіваюсь, якщо ми вже заговорили про весну, призначаю нашу наступну зустріч на весну. І замечательно. 2021, і кажемо усім, ковіда немає, не 19-го, не 20-го, не дай Боже, 21-го. Хай щастить. І усій твоїй команді великий привіт і подяка. Дякую. Дякую щиро.
Ще раз дякую за спілкування. У нас у гостях був Ян Томаш Рогала, лікарняний клоун. Дякую глядачам за увагу, пильнуйте себе і хай вам щастить.